Яйцо варим 10 минут. Пока суть до дела, берем печень трески и мнем вилкой в тарелке. У зеленого кукумбера отрезаем попки, разделяем нашего молодца сначала на полосочки, а потом на кубики. Отправляем в печень. Тем временем яйцо сварилось. Чистим его, рубим пополам и в тарелку. Там его также крошим вилкой. На терке потрем сырок «Дружба». Добавим ложку майонеза и взбодрим нашу вкусняшку. Хлеб отправляем в тостер. Он возвращается с загаром. Накладываем на хлеб вкусняшку и очень вкусные бутерброды на завтрак готовы. Про сердечко не забудьте.